Главное взлететь. Киловольт прямо, потом направо на поворот и по прямой уходим. Прямо направо на юг, набираем высоту, разворачиваемся с юга в сторону севера и отыскиваем на высоте цели и атакуем. Да, понял. Так, а у них, по-моему, 4 ракеты, да, будет? Нет, у них 2 зенитных. Принято. Как и в этом то же самое, такие же ракеты. Зенитные не жалейте, сразу 2 пускайте, одну и вторую. Так точно, я по одному уже так же и делал. Все, на взлет. Прощайте, господа, прощайте. У меня проблема. О, пошел, наконец-то. И вам прощайте, господа. Набираю высоту. Пошел на взлет, скорость растет. Принято, тоже двигаюсь по полосе, уже взлетаю. Лечу на юг. За тобой двигаюсь. Может подождать? Может всю группу дождемся? Можно, пока высоту можно набрать. На юге высоту тогда набираем. Как удобно, правое-левое ухо. Так, даю левый разворот, жду группу. Высота 2500. Тоже на развороте уже, на север двигаюсь за тобой. Все, вижу нашу группу, разворачиваюсь за ними и набираю дальше высоту. Внимание, обнаружен враг на 300, летит близко. Плюха атакован, попал. Вошел в бой с ними.
если что, добивайте. Так, за мной увязались, внимание. Это как Муравьев. Иду на низкой высоте. Вижу плюху, атакую плюху. Плюху теперь тяжело не заметить.